Из русской пивоваренной книги. Пиво на Руси во все времена варили, то в бочонках дубовых хранили. Была на сватовство такая традиция: кто из женихов первый на бочонке к невесте подкатит, тому красавица и достанется. Дабы перед девицей устоять, пиво надлежало варить сытным, да не хмельным. Времена меняются, а на Руси все так же подкатывают на бочонках. Старый мельник из бочонка безалкогольная. Открой вкус русских традиций. Ну кто так подкатывает?